Настоящий праздник устроили в Хабаровске из осенней ярмарки сельскохозяйственной продукции. В народных гуляниях на празднике урожая приняли участие несколько тысяч человек. Свою продукцию на прилавке выставили фермеры трех регионов Дальнего Востока. Продолжит наш корреспондент. Праздник урожая решено было провести в традиционном русском стиле. Творческие коллективы со сцены пели русские народные песни и проводили народные обряды. Вся территория, на которой проходила ярмарка, была стилизована сельскими мотивами. Специально были завезены рулоны сена и сколочены загоны для животных. Подобная по масштабу ярмарка в Хабаровске проводилась впервые. Ее организатором выступил краевой Минсельхоз. Наши фермеры, наши предприятия, сельхозпредприятия показали свою продукцию. То есть уже продукцию растениеводства и животноводства, ну и демонстрируют самих животных. Есть козы, есть овцы, есть гуси. То есть и наши дети, и наши горожане могут посмотреть действительно на достижения в животноводстве и в растениеводстве всех наших сельхозпроизводителей. Изюминкой праздника стал бык на вертеле, которого зажарили прямо на глазах у зрителей. Эту идею министр сельского хозяйства подсмотрел, когда был в Германии на Октоберфесте. Гости праздника оценили задумку. Попробовать мраморного мяса Герефорда за символическую плату в 100 рублей выстроилась большая очередь. В рядах, где была представлена овощная продукция, внимание привлекли огромные тыквы. Некоторые экземпляры весом по 30 килограмм. В этом году эта овощная культура особенно уродилась. Ну, тонн, наверное, 30. Ну, дело в том, что у нас есть и кому ее есть, и есть кому продавать. Потому что, как видите, вот тыкву берут. Хабаровчане с удовольствием ее употребляют в пищу, ведут здоровый образ жизни, очевидно. Для желающих познакомиться с древними славянскими традициями организовали специальную зону «Дедова слобода». Здесь водили хороводы, пели народные песни и провели конкурс «Краса, русская коса». Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.